Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Polaroid Nine 2. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим в самолете. Итак, для этого мы свайпаем вниз, видим здесь значок самолетика, и нам нужно просто на него нажать. И таким образом мы включаем режим в самолете. И если нажмем еще раз, выключим. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.